Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Толгов, и мы сегодня с вами вновь будем смотреть различные песни, романсы прошлых лет. И разберем, как можно на гитаре сыграть и сольную мелодию, и скомпонировать себе различными аккордами. Сегодня вспомним песню, которая называется «Ой, то не вечер». Сыграем мы ее в тональности ля минор. И в начале каждого урока я всегда напоминаю названия аккордов, которыми, какие аккорды называются. Итак, ля минор, а, ре минор, д, ми мажор, е, ля опять минор, а, до мажор, соль мажор, G, фа мажор, F, вы как понимаете, что у нас с вами еще есть? Си септ, он так и называется. Дальше ми минор, Е, Д, да? Е. Дальше у нас появлялся с вами еще ля септ. Собственно говоря, из всех аккордов, которые чаще всего применяются, я вам все показал. Ну что ж, давайте вспомним эту мелодию. Сыграл в ля миноре, и это основная тема. Всегда ее можно разделить на фразы. Это очень просто сделать, если в мелодии есть текст, и тогда фразой будет являться строчка из четверостишки или двухстрочие. Например, ой, то не вечер, то не вечер. Одна фраза. Вторая. Повторяется третья, четвертая строчка, как вы понимаете. Итак, теперь я вам расскажу по тем аккордам, которые здесь мы с вами встречаем. Итак, это ля минор, а, ми септ, а, минор, соль септ, Е, А минор, ля минор, ми септ, ля минор. Повторяется соль мажор, G, С, до мажор, G, соль мажор, ми,
конце можно взять баре на пятом ладу, как вы видите, да? Прием баре, когда глазать не парит, становится плажня. Баре у нас двух видов, малый, большой, малый на три струны, большое на четыре и более. Вот таким образом можно разобрать эту песню. Следующую песню, романс, который я вам хочу показать, это, конечно, великолепная, веселая, красивая песня «Катюша». Возьмем мы ее в тональности ми минор, и если мы захотели бы ее сыграть соло, то звучала бы она так. Аккорды, которые здесь у нас с вами есть. Аккомпанировать эту песню можно именно вот в такой фактуре аккордовой. Струны. Дальше си-септ. Открытые флажолеты на 12, 7, 5 и 3 ладах. Я беру здесь вот так вот, просто чуть-чуть касаясь палец 12 лада порожка, и таким образом я правой рукой извлекаю звук. Получается у нас с вами флажолетто. Вот такой вот гитарный прием игры. Ну и еще одна песня. Коль в этом году у нас 75-летие Победы, я вспоминаю песню «Огонек». Великолепную, красивую, безумную песню. На позиции девушка провожала бойца. Итак, вспомним эту песню. Thank you.
слушаем, вспоминаем ее. Чтобы внимательно пересмотреть, разобрать все эти аккорды и детально пытаться самостоятельно все это выучить, вы можете пересматривать этот ролик несколько раз, останавливая, нажимая на паузу, таким образом разбирая и уча таким образом слух. В YouTube, в видеоуроках это вполне нормально. Спасибо за внимание, с вами был Андрей Довгов, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.